Трогательные рисунки, искренние слова и неподдельные эмоции. На нашем телеканале стартовал праздничный проект «Мамин портрет». В студию «Первоуральск ТВ» с рисунками и рассказами о самом близком человеке пришли первые участники. 8-летняя Кира Липатова – первая участница проекта «Мамин портрет». С собой в студию «Первоуральск ТВ» девочка принесла фотографию и рисунок самого родного человека. О телепроекте Кира узнала из выпуска новостей. Она постоянный зритель «Первоуральск ТВ». Я всегда смотрю первоуральские новости. И вот узнала про конкурс и решила в нем поучаствовать. Кирилл Депутатов тоже один из первых участников проекта. Мальчик не только нарисовал маму и принес ее фото, но и написал о ней рассказ, где описал внешность и качество своей мамы. Свою работу Кирилл красиво оформил. Оксана Нуриманова. Она очень добрая. Если я наделаю какие-то гадости, она меня прощает. Нарисовать свою маму самой красивой попытался и 11-летний Павел Скрипов. Участвовать в этом проекте мальчик решил, чтобы сделать приятный сюрприз маме и заодно побывать на телевидении и узнать, как оно устроено изнутри. Мне как-то захотелось, потому что я еще ни разу в жизни не был. Вот. Мне появился такой шанс, захотелось мне. Я хотела, во-первых, поздравить маму, сделать ее такое приятное. Всем участникам сразу после записи вручают билеты в парк аттракционов. Это подарок от одного из спонсоров проекта. Стоит напомнить, в студии «Первоуральск ТВ» с фото и рисунками ждут детей от 6 до 12 лет. Запись продлится до 15 марта. В эфир видеозарисовки будут выходить с 9 по 21 число. Итоги конкурса будут подведены 23 марта. Вера Пережогина, Евгений Шилов, служба народных новостей.